Здоровенько, здоровенько, всех благ. Пожарем. Девчонки, моя каша в сковородке. Блин, пролила. Вот же зараза, а, хорукая. С утра-то пораньше шары не продрала. Плитку обосрала. Заразина. Сейчас мы ее быстренько подогрели. Она у меня на плитке стояла. Я же ее вечером варила. Сегодня у меня дел куча. Мне надо поставить тесто. Сделать начинку для пирога. У меня сегодня рыба жарится. Пироги пекутся. Похлебка варится. Пюре, может быть, сейчас с котлетами забабаню. И еще что-нибудь. И будем жарать. Вот она. Рыбка чищенная, с головой и со всем этим. Нам очень нравится, когда она поджарится, вот эти хвостики все, они хрустят. И грызть можно. Так, я не знаю, чего у меня аллергия, похоже. Так что я, девочки, сегодня без сметаны. Я не знаю. У меня все вчера пухло. Все подпухло. Прям, я не знаю, прям. Все пухло у меня. Щеки опухли вчера. Шишками, блин, покрылись. Хрен его знает. Вчера такого-то ничего не жрала. Пару костей сожрала, то колбасы полпалки. Что там еще? Омлет. Сметана. Сыр. Это все от нервов. У меня все нервы сломали. Никак подход ко мне найти не можете. А я мучаюсь. Прям не могу, прямо вся. Эти мр-мр. Неудобно же. И вы молчите. Ничего мне не говорите. Может, с чая? Фруктового. А вчера стаканов 10 выпила. Чешется, главное, чесалось как сильно. Да. Суперсином забанула и две на ночь еще. Сейчас пожру, свое лекарство приму и супрастину еще. А может, это лекарство у меня? У меня никогда не было такого курю. А хер его знает от чего. Завихрения начались. Не знаю. Понятия не имею. Что вы меня спрашиваете? Откуда я могу знать? Вам всегда виднее. Здесь специалисты получше нашего. Кто хочешь? От гинеколога до прокурора. Так что, девочки, гинекстируйте сами. Я же меньше знаю о своей жизни, чем комментарии пишут. Комментаторы. Вот. А порой столько нового узнаю. Думаю, где я была? Что это успела, прожила? Все сожру. Мне сковородку надо освобождать. Это у меня на кубике бульона. Здесь нет сахара.
Так-то я много чего хотела сегодня поделать. Ну, посмотрим. Насколько меня хватит. Мне же еще надо поспать пару раз за день. Часа по два, по три. За каждый раз. Сил набраться. Не так же все просто. Силы тратятся. Нервы мучаются. Хорошего дня.